Всем привет, с вами Станислав Орехов, и у нас сегодня в студии в гостях Steel Plaster. Это ребята, которые помогли нам справиться частично или полностью с шумоизоляцией. И действительно, проблема со звуком, с микрофонами и с голосом, она достаточно серьезная. И с ней надо справляться комплексно, да, нужны диваны, ковры, другие плюшевые поверхности. Шторы. Но также не последнюю роль играет именно вот это вот... Материал, бетонные стены становятся таким бархатным. Это очень здорово. У нас убралось, наверное, процентов 20-30 шума по ощущениям, что очень, ну, на самом деле, немало. И звук, который мы теперь записываем в студии, он меньше обрабатывается, меньше эхо. И, я думаю, слушателям тоже гораздо приятнее слушать. А как вам внешний вид? Вообще нравится? По внешнему виду тоже хочу сказать большой плюс, потому что у нас здесь, ну как, понятно, это лофт. И много бетона, мало такого... тактильно приятного материала, материал Steel Plaster, и выглядит тоже интересно и ощущается, да, тактильно приятный, как, ну, некий бархат, как, ну, какой-то велюр. Да, поэтому да, и интересно, вот можно посмотреть оттенки, как вот свет искусственный, естественный падает, то есть небольшой такой вот блестки появляются, то есть он приятный и на ощупь, и визуально добавляет. На ощупь и на взгляд. А я напоминаю, что это штукатурка, шелковая штукатурка Art Design, это черный цвет. Можно увидеть, да, переливы шелкового волокна, которое есть в составе. Смотрится очень красиво не только в таких вот эклектичных лофтах, но и в классических стилях, в любых стилях вы можете это использовать. Плюсов много, да, плюс, если перечислить, ну, лично для меня, да, тактильное ощущение, визуально, легко наносить и недорого, да, что в наше время тоже очень важно. В общем, всем пример и большие рекомендации. Спасибо, спасибо большое.